Если подходить к замку с дороги, мы видим, сидит какая-то женщина на бетонной лавочке. Такое впечатление, что здесь время остановилось. На самом деле просто замерло. Что это за женщина, мне не удалось узнать, потому что на самом деле про этот замок очень мало информации. Но что известно мне, любезно поделюсь с вами. Ребят, хочу сказать, это у меня, во-первых, шоу-контент. То есть это обзорная экскурсия, чтобы вы, не выходя из дома, могли просто вот посмотреть мое видео и как будто прошлись сами по нему. Информации мало. Которая есть, я сейчас вам расскажу. А так это просто послушайте музыку приятную, релаксирующую. И посмотрите, побродите со мной по окрестностям этого замка. Thank you.
Этому замку уже более 800 лет. Замок может похвастаться всем, что только может пожелать любитель замков. Ров, башенки, башни, винтовые лестницы и каменный мост. Зоммерсдорф получил свое название от благородной семьи Зунеманенсдорф, которая поселилась в этом районе в 13 веке. Замок с богатой историей был построен в конце 14 века Людвигом фон Эйбом. Его внук Альбрехт фон Эйб, родившийся в 1420 году в Зоммерсдорфе, стал первым немецким писателем-гуманистом. В 1550 году замок захватила семья фон Кральсхайм. Год спустя Вольф фон Кральсхайм представил Зоммерсдорф протестантизм. Во время 30-летней войны с 1618 по 1648 год между католиками и протестантами Зоммерсдорф сильно пострадал. Дома в деревне были разграблены. И других местах граф Кральсхайм и другие пытались сертифицировать Людвига как сумасшедшего. Сценарий не удался, и Людвиг был найден утонувшим. По иронии судьбы, другой барон фон Кральсхайм был главой общественного фонда, управляющего замками Людвига и другими историческими памятниками. Кральсхайм и большая семья с несколькими другими замками. Ближайший находится в Рюгланде, к северу от Ансбаха, и традициями государственной службы. Шлосс Зоммерсдорф – нетипичный немецкий замковый отель, фактически. Это не совсем отель, а частный дом, который предлагает несколько обычных номеров и 6 апартаментов с кухнями. Предоставляется все, что вам нужно, чтобы назвать свой замок домом. А продуктовый магазин находится всего в 5 минутах ходьбы, если вы не хотите готовить. По соседству есть несколько ресторанов. Последние 100 лет семья фон Кральсхайм жила в замке Зоммерсдорф. В замке 3 комнаты, 3 квартиры и 3 квартиры в богемном доме. Номера стоят в среднем 150 евро. В стоимость не включен завтрак, который может быть предоставлен по запросу. Минимальное пребывание 3 ночи, но предпочтительнее 6 ночей. Открыто, как правило, круглый год, но когда приехал я, он был закрыт. Вот и все, ребят, закончилось наше путешествие по замку Зоммерсдорф.
Я не профессиональный диктор, не профессиональный путешественник, а тем более оператор. Все снималось, записывалось на любительском уровне. Если видео мое вам понравилось, был бы рад, если напишите комментарий, понравилось или нет. Конечно, видео записываю, сохраняю для себя, на память. Но вот решил поделиться с вами, может вам и понравится. Всем пока, оставайтесь с нами. I fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I start to replace. Cause now that they're gone, all I hear are the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So, before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you had a storm to weather. So, now